Участники преступной группировки, которые организовали поставки и сбыт оптовых партий наркотических средств с юга Казахстана на север, задержаны кустанайскими полицейскими. Операция была проведена 22 марта сразу в нескольких регионах страны. Одновременно в Кустанайской, Жамбылской областях и городе Нур-Султан задержана преступная группа, состоящая из 8 человек, организовавшаяся и занимающаяся поставкой наркотических средств гашиш и марихуана из южных регионов Казахстана в Кустанайскую область. Общий вес наркотических средств, изъятых у участников преступной группы, составил более 10 килограммов. Задержание провели одновременно 7 групп кустанайских полицейских, что позволило арестовать всех подозреваемых, в том числе и главного фигуранта, 51-летнего ветеринара, жителя Денисовского района. Он, как организатор, попал в поле зрения полиции в январе 2021 года. Который привлек в качестве курьера уроженца Шуйского района, жителя Кустанайской области. Отправителем является житель Шуйского района, 67-летний гражданин. Для сбыта наркотиков были привлечены 5 жителей Кустанайской области. Изъятия проведены и у них. Во время транспортировки очередной партии наркотиков у курьера изъят пакет с гашишем весом более 5 килограммов. У организатора по месту жительства обнаружены изъяты 26 прессованных таблеток гашиша, а также денежные средства и банковские карты. Будем считать, примерно по 5 грамм они продают. Это примерно около 2000 будос, будем говорить. Это примерно сумма около 14 миллионов тенге. По данным сотрудников Управления по противодействию наркопреступности, с начала года в Кустанайской области выявлено свыше 130 преступлений и правонарушений, связанных с наркотиками. Общий вес изъятых запрещенных веществ превысил 17 килограммов. Хамзан Урпиисов, Виталий Луговской, РТН.